Всем привет, с вами Ювка. Я сделал всего пару видео, а мне уже большое количество людей пишет с просьбой дать им свою сборку. Так вот, я представляю, моя сборка на лаунчер для PUBG. Сразу говорю, что она не полностью в FPS, поэтому если вы хотите, чтобы у вас было как можно больше FPS, то вам придется изменять настройки моих скриптов, которые вам предоставлю. Начну с описания скриптов, ведь большинство пришли именно за ними сюда. ASP.lua растягивает разрешение экрана. Автор скрипта bottom text. Будь у вас 5 к 4 или 16 на 9, разрешение все равно растянется. Лично мне так приятнее играть. GameFixer.lua. GameFixer от Горскина. Многофункциональный скрипт, позволяющий настроить игру под вас, оптимизировать ее и исправить множество ошибок. Мои настройки прилагаются в сборке. SenseFix.lag. Автор 00DD00. Скрипт, позволяющий настроить сенсу под вас. Лично у меня стоят очень низкие настройки сенсы, поэтому изменяйте их под себя. Команда для активации /sense. ArmorTimer.lua. ArmorTimer. Простенький таймер, запускается, когда вы надеваете на себя бронежилет. LimitWads.cleoScript. Убирает лоды транспорта и игроков. Вы будете видеть модели игроков на всю зону стрима, что дает преимущество в PUBG. В данном моменте вы видите, что я вижу только бронежилет игрока в виде объекта. Но если бы у меня был этот скрипт установлен в тот момент, то я бы видел и бронежилет, и игрока, его модельку, и я мог бы заметить его гораздо раньше, чем я обратил на него внимание. Status Indicators. Показывает ваше здоровье в цифрах. Полезен скрипт в папке, в правом верхнем углу пишет ваше здоровье, броню, а также здоровье транспорта, в котором вы находитесь. К сожалению, авторов трех последних скриптов мне не удалось найти. No Explosion.asi. Убирает тени от любого взрыва. Автор Мусайгин. Пользуюсь этим скриптом, поэтому решил включить его в эту сборку. MixSets.asi. Скрипт, содержащий в себе огромное количество настроек игры. Автор JuniorDGR. Скрипт отвечает за большое количество визуальных настроек, а также фиксов в игре. Однако, я не могу гарантировать безопасность скрипта, так как загружал его не из бластхака. Если хотите загрузить его, то вам на сайт MixMods. Загружайте его на свой страх и риск. Свои настройки для скрипта я оставил в папке со сборкой, можете ознакомиться с каждой функцией, в файле есть описание. В этом скрипте есть такие настройки, как запоминание поворота колес, убирание эффекта скорости при разгоне на авто. Это небольшой пример, который в нем есть. Модификации для модлоудера. Ганпак. Простенький черный ганпак загружен с какого-то паблика ВКонтакте. Включает в себя адекватный прицел для снайперской винтовки. На самом деле оригинальный ганпак гораздо больше, просто я ловлю неиспользуемое на резоне оружие из него. Текстуры. Включает в себя измененный радар, обводку для радара, прицел, удаление травы и кустов, а также замену и сжатие текстур папка. Отдельно модом закинул удаление кустов на зависшем 2C на Аризоне, так как они полностью удаляют модельку хлопка, отключайте его, когда вы не стреляетесь на зависшем 2C. Про текстурки папка подробнее. Я удалил полностью текстуры самолета, заменил текстуры песка на текстуры снега, сжал все текстуры с PUBG до размера 64 на 64 пикселя, что лично мне помогло бы вытянуть немного FPS из игры. До этого мне было 40 кадров, осталось стабильно 60. TimeSus. Как и ганпак, был загружен с какого-то паблика ВКонтакте, и автора я его не знаю. Насколько помню, это зимний TimeSus, и тут преимущественно голубые цвета. Мои настройки погоды и времени 18 погоды, 7 часов утра, 0 минут. Если что, время и погода сохранены через скрипт GameFixer и залочены. Гайд по установке и сборке в игру. Зайдите на сайт MVD-хелпера. Загрузите установщик MVD-хелпера. Посмотрите, куда вы устанавливали игру. Возьмите ссылку на эту игру. Установите MVD-хелпер в вашу сборку. Обязательно выберите Moonloader версии 0.26.
После чего зайдите в эту папку, удалите VDHelper, потому что он вам не нужен. Я не рекомендую использовать этот скрипт, если вы не являетесь полицейским. Перекидывайте все файлы из папки, которые вы скачали с архива, в сборку. После чего заходите в игру, и у вас все должно работать. Отдельно можете установить MixMods. Ссылку вам придется найти самим. Спокойно скачивайте его с сайта, нажимая на кнопки «Создать ссылку» сначала, потом нажать «Загрузить». В архиве в папке N находите просто mixmods.ic и перекидываете его в свою сборку, в корневую папку. Все у вас будет работать. Настраивается mixmods через ini файл, который также с моими настройками остался в папке. Почему я решил сделать все через установку MVD-хелпера? Потому что MVD-хелпер сразу устанавливает вам все необходимые файлы, в том числе Cleo, сам функс, OC Loader, Moon Loader. И так как я не особо разбираюсь в скриптах и нужных им библиотекам, этот установщик установит все вам в сборку за меня. Спасибо за просмотр. Удачных вам побед на PUBG. До новых встреч.